Добрый день, дамы и господа. Мы вещаем для вас из Фары, где Венеция играет сегодня против Пари Сен-Жермен. Это объединенный мир, турнир, который совмещает в себе футбольную красоту, мудрость и немножко водного пола. Определенные помехи с проходить эта встреча. Идет вперед Зият Абдельрахман. Венеция на прошлой неделе подарила нам шикарную зарубу с ФШМ. Одно из видео, посвященных этому матчу в момент. Так, сейчас опасный ворот Венеции. И мяч в воротах. Карпусенко забивает в свои ворота после прострела от Астафьева. Получилось не идеально в обороне у Венеции, но получилось по его одежде. Вряд ли можно утверждать, что он будет играть удар от Бородина в дальний угол. Это Олег Бородин. Посмотрим, что будет дальше. Заброс. Грин забирает мяч прямо в руки среди запасных Венеции. Сейчас, кстати, этот момент можно уточнить, но немного позже. Мгновение до этого, до свистка, и момент, уже мяч, который мы сейчас смотрим, выиграла своих соперников Фиорентина. Ух ты, какой гол залетает в ворота Пари Сен-Жермен, и ничего себе. Здесь, конечно, и ветер, но это для нас через часик, для вас, вы, в принципе, может быть, уже знаете результат той встречи, смотрите в записи, если, но он ей пока ничего не придумывает. А вот здесь, может быть, еще и пас пяткой, какой классный, Бородин, прострел, Зият, гол, все просто, схема и формула довольно просты, пятка, прострел, удар, гол, 2-1. Пари Сен-Жермен. У парижан 9 очков и 10 место. Удар! И это гол. Как же так вышло? Иващенко пропускает. Причем в такой ситуации, в которой можно было спасти команду. Но здесь, конечно, и тащит сам вперед. Передача на Бородина. Джахангиров бьет с левой. И мяч попадает в ворота. Что за невероятные голы забивает сегодня Венеция один за другим. Сначала удар ювелирнейший в штангу и от нее в ворота. Мяч у ПСЖ. Удар, гол! 3-3. Шикарная. Все как-то наперекосяк немного пошло на этой неделе. Плюс вот эти вот какие-то погодные условия. Крючков только вышел на поле. Я хотел сказать о нем, о его форме. Наверное, не о той форме, которую он демонстрирует, а о той форме, в которую он одет. И Бородин. У него свободная зона. Бить он не стал, а дает передачу. В подкате стелится защитник. И мяч едва не отправляется в ворота вновь. Но Гринь не появляется на поле, но появляется там Юрий Грин и сейчас спасает команду. А вот теперь не делает этого. Данил Крючков забивает еще один гол. 5-3. Там Устинов по левому флангу. Хороший заброс в его сторону. Он скидывает головой на Зияда. Тот бьет практически с лету. Даже, честно говоря, не знаю, получится ли. Удар по воротам. Высоковато мяч все-таки прошел. Вообще, мне очень нравятся команды, которые медийно развиваются и выходят на любой контакт. Вот с Вартаном можно абсолютно обо всем пообщаться, поговорить, что угодно обсудить. Болдырев убирает под левую. И делает пас на Сергеева. Тот простреливает. Момент. И мяч в воротах. 4-5. Что же происходит? Какой классный матч мы смотрим. Очень много интриги, очень много борьбы, много голов. Пас на Джахангирова. Он на левом фланге пытается найти какие-то варианты. Обратно на Бородина. Удар вдали. Какой голешник. Чем Вартан кормит своих футболистов?
Зият ошивается в передаче Чермантеев. И вот момент, может быть, Астафьев с мячом разворачивается очень долго. Но бьет и не попадает в створ. Хороший пас на Астафьева, удар в ближний. И Ващенко играет до конца. Как же здорово обороняется Венеция. Не всегда, но сейчас... Назаров, хорошая передача, и можно самостоятельно бить, отбивает Гринь. Хорош. Бурков очень неточно. Переигрывает Устинова, по-моему. Нет, это Бурков был. Буркова переигрывает Сергеев. Пас делает партнеру. Удар в дальний. Удар. Интересно. Сергеев. Сергеев, Сергеев, Сергеев. Мяч за лицевой. Вбрасывает мяч. Джахангиров. Джахангиров. Подача. Упускает мяч голкипер. Карпусенко. Устинов. Пас на Зияда. Свободная зона у него. И он и пользуется, чтобы пробить. Бьет очень высоко. И это не гол. Безуспешные явно попытки у ПСЖ появляются для того, чтобы выходить постоянно из обороны. Вот сейчас, может быть, в атаке получится. Сергеев получает классную передачу. Удар в дальний угол. И это гол. 6-5. Счет становится. И где-то кто-то сейчас начнет нервничать. Возможно, потому что два мяча было необходимо отыграть до этого момента. Сейчас. Назаров. Зият. Снова Назаров. Удар ближний. Пас хороший, мяч до Джахангирова аж доходит, который слева подключался из глубины. Дальше снова Зият. Под левый мяч, удар! И это Юрий Гринь. Небольшая группа фанатов, близких родственников, скорее всего. Тех, кому не безразлична судьба ПСЖ. Гол забит. Да, сука! Единственный болельщик Венеции звучит громче, чем весь... Нас расстраивает дождиком, который усилился. Назаров, почти пустые ворота были, пока был на газоне Гринь. Забивает Назаров, 8-5. Вартан уже так ярко не реагирует на этот гол. Но... Пас вперед, но выскакивает Иващенко. Однако его опережает Болдарев и забивает один гол. 6-8 счет становится. Площади, но, наверное, все-таки по-другому будет ПСЖ действовать. И это действительно так происходит. По разбегу я не думаю, что здесь будет удар. Это заброс. И это борьба на втором этаже. Колган ее выигрывает. Пас вперед. Там борьба. И все. Матч окончен. Побеждает Венеция. 8-6. Хорошая игра. Спасибо за просмотр.